Вот, как видите, я сделал предварительный набросок сюжета автомобильные гонки в горной местности. Мне дал внук, который попросил эту красивую картину, вот, которую вы видите, воплотить в акварельной живописи, создать картину. Вот я и решил выполнить просьбу внука. Я, конечно, предварительно, вот, используя от компании Daniel Smith Masking Fluid, маскирующую жидкость, я предварительно, значит, самые такие яркие места замаскировал, чтобы краска не попала, а потом я его доработаю. Итак, я теперь приступаю к нанесению акварельных красок соответствующим образом. Буду использовать, как обычно, краски от компании Daniel Smith из моей дорожной палитры. Хотя она маленькая, но я к ней как-то привык. У меня вон большая палитра рядом лежит. Там краски от Daniel Smith и от M. Graham. Но я хочу писать красками исключительно одного производителя, поэтому я использую мою маленькую дорожную палитру. Начну с неба. Для этого я буду использовать мою любимую кисть Da Vinci 30 размера. Ну, в дальнейшем, конечно, по ходу действия буду использовать другие кисти. Мне очень понравилась кисть. Вот замечательная кисть шириной 3/4 инча. Это Swordliner от компании Creative Mark Mimic. Вот такой замечательный, такая замечательная кисть для очень тонких линий. Она мне очень понравилась. Ну и, конечно, буду использовать другие кисти. Ну, начинаем пока с моей любимой кисти, большой кисти. Однажды, если вы помните мои видео, я только одной этой кистью написал натюрморт. И у меня получилось. Небо хочу написать, смешав три краски. Краску Манженес, кобальт синий и, конечно, лавандер добавлю. Вот я подготовил краску. Приступаем наносить на небо. Thank you.
Thank you.
Ну что ж, друзья, я картину считаю законченной. Теперь можно снимать скотч и посмотреть в полной красе. Пожалуйста, оценивайте, пишите в комментариях свои впечатления. Я думаю, мой внук будет вполне доволен этой работой. Я сделал то, что он просил. И думаю, картина удалась. Теперь я его сейчас вынесу на солнце. Он хорошенько просохнет. Покрою лаком и положу в рамочку. И, возможно, в таком виде выложу в YouTube на ваше обозрение. А пока это вот все. На этом все. Пишите свои впечатления. Я буду только доволен. До свидания, друзья мои. Всего хорошего. С вами был Садриддин.